Провал грунта образовался рядом с домом номер 16 по проспекту Масленникова. Дом старый, 37-го года постройки. По словам жителей, грунт начал проседать еще 5 лет назад. А теперь здесь появилась дыра, из которой пахнет канализацией. Испугавшись, что сточные воды размоют грунт, жители обратились в управляющую компанию. Те прислали слесарей. Приезжали аварийщики чистить канализацию вот под этим домом. И они заявили, что во время слива канализации один стояк проходит в общую канализацию, а один стояк туда не попадает. О данной проблеме в управляющей компании известно из обращений жителей. Данные работы по восстановлению асфальтового покрытия на отмостке здания запланированы в рамках текущего содержания этого дома на июнь месяц. Ну, с учетом того, что обращений поступает больше, решили сроки работ ускорить, и, в общем-то, проблема будет решена уже до конца этой недели.